Привет, друзья! Сегодня у нас посылка бак 110. Так, запечатано добротно. Ох, тут еще коробочка. Так. Что здесь? Да, запечатано, конечно, очень нехило. Так, теперь смотрим, что здесь у нас. Так, здесь у нас тоже схожая коробочка и что-то понятное. Эта коробочка по размерам несколько отличается, если вы видите. Так, в сторону это гарантийный талончик. Это гарантийный талон такой. Гарантийный талон. Так, кожаные ножны. Так, посмотрим. Заточка второго ножа. Насколько? Да, ну, в общем-то неплохо. Такое впечатление, что где-то цепляет. Сейчас попробуем. Нет, ничего, нормально. Так, ну вот. Здесь на футляре тоже бак. Так, здесь. Ну, аналогично, даже я бы сказал 88, общие 88 порежущие кромки и 100 общая длина клинка и то же самое 220. Так, ну вот, такие вот замечательные ножи. Классика от Бака. Напомню, что этот нож CPM S30V, сталь клинка. Всем спасибо за внимание, спасибо за просмотр.
подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего, до новых встреч!